Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как через программу DTS Monaco получить доступ через сид-калькулятор к блокам на двигателях, на АКПП и так далее. Я вам это уже показал через программу Vediamo, ссылку оставлю в описании. И очень многие просили показать и также обучить на программу Monaco. И сегодня я вам покажу получение доступа к блоку через Monaco и через сид-калькулятор вот третьей версии. Значит, я буду делать это через OpenPort. Можете также делать через VXDIAG, либо через C4, C5 и так далее. Открываем замок зажигания. Отключаем монитор, чтобы батарея не разрядился. И давайте, к примеру, вот Echo Start Stop. Давайте, к примеру, например, отключить Echo Start Stop. Открываем сид-калькулятор. Также открываем DTS Monaco. Выбираем SMRD файл. Можно выбрать несколько штук. Вот. И сразу в несколько блок можно выбрать А6, D3, 69, 34. Получить код. Копируем этот код. Копировать. Вот как-то так, друзья. В следующих видео уже покажу другие кодировки через Monaco. Monaco тоже очень простая в использовании. Даже более простой, чем, скажем, Vediamo. На новых автомобилях или на старых вы можете использовать DTS Monaco. Если нет этой программы, напишите в комментариях. Или если у вас нет SMRD файлов, также напишите в комментариях. Я вам отправлю базу SMRD файлов. На этом все, друзья. Здесь в этом блоке можете менять все, что возможно через вот сид-калькулятор, через доступ, но будьте осторожны, не испортите блок двигателя. Заранее сохраните кодировки. Всем спасибо и удачи на дорогах!